клево всем, друзья. Уже около часу дня. Я все-таки выскочил на рыбалку. Приехал недалеко от Краснодара на один из степнячок сегодня с фидером. Вот чуть-чуть успел насобирать грунта. Буквально вот так ведрушки. Всю ночь лил дождь, сильный ветер. Сейчас вот ехал по дороге, дождик моросил. Но сильный ветер очень. Выбрал место недалеко от Краснодара, ближайший степнячок, где ветер дует в спину. Насобирал в кротовках грунта. Все мокрое, но ветер подсушил и в самых верхах прошел. Поэтому чуть насобирал. Сейчас попробую поймать карасика. Погнали, ребята. Самое первое, что я сделаю, это намочу, немного намочу прикормку. Так как ловить буду с грунтом, а грунт уже мокрый. Он очень сырой. По классике, черный лещ, грунта немного, возьму чуть больше половины пачки. Да, прикормка сильно испортили, блин, добавили кучу крупных частиц, нафиг они тут нужны. Ну вот. Треть пачки добавил. И буквально капельку воды. Мне нужно, чтобы она просто с легонца стала влажная, потом подсохла. И уже подсушенную прикормку я буду добавлять в грунт. Вот она. Даже толком не лепится. Она сухая. Сейчас начнет подсыхать. Через минут 10-15, пока буду расставлять место ловли, она подсохнет, и я добавлю ее в грунт. Все, с прикормочкой все готово. Ну что, прикормка готовая. Все, отлично. Теперь ее высыпаю в грунт. У меня примерно 1 к 3 получилось. Даже больше не. Где-то 1 к 5, даже 1 к 6 где-то выходит. Да, где-то 1 к 6. Перемешиваю. Да, где-то 1 к 6. Грунт с прикормочкой. Тщательно перемешать. Отлично. И теперь обязательно просеять. Грунт очень комкуется. И теперь его обязательно нужно просеять. Таким образом мы окончательно, максимально все перемешиваем. Получается очень-очень бедный грунт с прикормкой. Но сюда обязательно добавить живность. У меня есть мороженый мотыль мелкий. И вот его я сюда обязательно добавлю. Таким образом, прикормка привлекает рыбу. А живой компонент удерживает рыбу на точке. Но при работе с грунтом обязательно надо учитывать, он быстро сохнет. Поэтому держать воду под рукой я всегда. Почувствовали, что подсохло. Когда подсохло, начинает сильно пылить, отпугивать карася. Капельку воды, буквально капельку, капельку, там настолько немножко надо. Перемешали, все в работу. Ну что, теперь поиск точки ловли. Для этого у меня есть вот такой маркерный груз. Удилище легкое. И грузик 30 грамм. И 20 даже. Так. Сильно далеко кидать нет смысла. Подаю мелкий. Поэтому здесь есть шанс сейчас карасика. Здесь вода быстрее прогревается.
Ага, вот он. Есть. Нашел небольшой свал. Сейчас еще раз по одному дереву определюсь, на него бросать буду или нет. Отлично. Все, с точкой ловли определился. Сейчас сразу посчитаю обороты. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два. 32 оборота катушки. Готово. Теперь закорм. Кормить буду сразу много. Беру вот такую закормочную. Тяжеловатая для удилища, но ничего. Так, мотыль. Это у меня и крупного мороженого. В общем, говна мотыль, мороженый старый. Даже крупного добавляю. Теперь это разбиваю. Подсохла еще прикормка. Вот на ветру очень быстро сохнет. Если ловить суховатой, грунт начинает очень сильно пылить. Очень сильно, ребят. Что совершенно не любит карась, но любит всякая мелочевка. Чтобы хорошо ловить карася, прикормка должна быть максимально тяжелая. Лежать на дне. Совершенно не пылить. А звать рыбу аромой, которая из нее выделяется. Карась и так, когда придет, будет рыться, он намутит капельку воды. Буквально капельку-капелюшечку. Грунт, он гидроскопичный. И из-за этого вода очень быстро распространяется. И совершенно легко переборщить. Вот буквально капельку, и он уже мокрый. Еще бы чуть-чуть больше налил бы, и уже получилось бы, начал бы комковаться, была бы грязь. В идеале грунт работать вообще с распылителя. Не стал его брать. Все, готово. В общем, сейчас несколько таких кормушек положу. Не буду плотно забивать, иначе будет вес перебор. Вот так вот. Вот они, мотыльки. Смотрите, ребят. Смотрите, сколько мотыля. Смотрите, сколько мотыля. Да, он мороженый, старый, но тем не менее он нормальный. Рыбе кушать есть что. Таким образом, обеднил прикормку. Так, и плавно, аккуратно забрасываем. Опа, есть. Таким образом, прикормку обеднил максимально. Карась не будет жрать сам прикормку, он ей хорошо может переедать много грунта. Прикормка не пугает, она в цвет дна лежит, его родной, и плюс запах не отталкивающий земли. Прикормка сама начинает выделять арому, он чувствует запах, собирается на нее. А мотыль удерживает его на месте, он будет копошиться, он любит копошиться. И таким образом собираем, удерживаем рыбу. Все, ребят, закормил. Положил 5 кормушек, вешаю поводок и начинаю ловить. Поставлю 12 с длинным цевьем на 0,12 поводке длиной 30 сантиметров. И в бой. Первая пошла. Ждем рыбку. Топлю шнур, чтобы не выдувало. И на стойку. Все, ждем поклевку. Надеюсь, рыбка подойдет. Время 13:28. Оп. Какая-то мелочь уже там.
На точке кто-то есть. Очень нежные шевеления периодически. То есть рыбка какая-то зашла, но не особо сильно кормится. Выбирает по ходу мотыля, а парика не хочет. Так, что я сейчас сделаю? Попробую поставить короткий поводок, 10-сантиметровый и тоненький. Так. Ну, для начала 14 на 0,1 поводке, а дальше по обстоятельствам. То есть ставлю коротыша, 10 сантиметров, 0,1 леска, 14 крючок. Начну с опарыша. Там посмотрим, что дальше буду делать. Сейчас максимально близко продвигаю насадку кормушки. И снимаю натяжку с кивертипа. Даже делаю провис небольшой. Так, подрежу кусочек, ставлю вот такого малюхахенького. Рыба есть на точке, ходит, цепляет, а не клюет. Еще пробую мотыль. Мотыль. Мороженый который. Да, интересно, рыба на точке есть, а? Настолько она капризная. С этими переменами погоды. Что никак, никак. Так, с подсадкой мотылья было поактивнее, но что я делаю? Увеличу сейчас наоборот объем. Вот так вот, беленький, красненький. То есть я сделаю два опарыша, один разных, и дипану. Так, это что у меня? Персик-креветка. Интересно, рыба есть, что-то там шевелит, но никак пока. Пока никак. Вот, все, рыба на точке. Оба. Нормальная поклевка была. Не села. Вот это уже лучше. Опа, 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 ребятки, а что-то есть. Кто-то брыкается. На третьей минуте клюнул. Неужели это он? Или подлещик, или карасик? Кто это, кто это, кто это, кто это? Подлещик. Подлещик. Вот такой красавчик. На третьей минуте. Ха-ха. Готовится к нересту. Еще не дошло время, но скоро. Друзья, спонсор канала — интернет-магазин «Студия мебели мастерская». Интернет-магазин мебели по Краснодару и Краснодарскому краю. Но при желании, если очень надо, мебель отправляет и транспортными компаниями.
Но основное его все-таки работа Краснодар, Краснодарский край. Огромный ассортимент, больше 10 тысяч товаров. Большая складская программа мебели. Кухни, спальни, прихожие, детские, кровати. Огромный выбор мебели. Средняя цена погонного метра кухни 10-12 тысяч погонный метр. Это фабричные кухни, очень высококлассные, качественные. Если самовывоз или доставка по Краснодару, предоплата при заказе до 50 тысяч рублей составляет 1 тысяча рублей. Остальное при получении товаров. Ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите, если нужна мебель, заказывайте. При наличии товара на складе 1-3 рабочих дня поставка. Если товара нет, он является складской программой до 2 недель. Заказные позиции до 30 дней. Заходите, смотрите, магазин классный. Оп, кто-то есть. Кто-то упористый, ребята. Давай. Кто-то упористый. Хорошая поклевочка была. Интересно, подлещик или карасик? Ух, как. Бьется. Кто это? Подлещик. Рыба на точке есть. Что-то шевелит сразу практически. Оп, что-то есть. Что-то есть, ребятки, что-то хорошенькое. Кого-то тащу. Оп, подлещик, походу. Резкие рывки. Скорее всего, подлещик. А ну. Ребята, карась подошел. Подошел карасик. Он подошел, друзья. Карасик. Очень слабые шевеления, такие легкие подергивания. Блин. Ничего сделать не могу. Вообще не пойму. Рыба есть какая-то, клюет, порой сильные поклевки. Или это леску нацепляет. То есть. И что ей дать, я не вкурю. То есть какая-то рыба там тасуется, подошла. Постоянно на точку заходит очень быстро. Подергивания начинаются почти сразу. Так, 12-й крючок с длинным цевьем. Поводок 0,12. Длина поводка 30 сантиметров. Леска 0,12, длина поводка 30 сантиметров. Обязательно с руки. Поклевки очень нежные и аккуратные. Поэтому работать нужно с руки, чтобы вовремя подсечь. Ветер стих. Возможно, из-за этого рыбка активизировалась. Оп, есть. Кто-то есть, смотрите, какой-то вот так вот делает прям. Кто-то подошел, скушал опарика. Сход. Блин, а? Облом. Ага, подлещик был, сопли. Подлещик был. Еще один эксперимент. Поводок 0,12, длиной около 20 сантиметров. Укоротил. Может, сантиметра 18. Но крючок ставлю номер 10. Поводок довольно тонкий, хотя может было бы тоньше, но боюсь оборвать, уже обрывал. А вот если рыбу крючок не отпугает, то засекаемость я повышу. Так, рыба уже на точке, уже цепляет леску.
Оп, кто-то есть. Кого-то уговорил. Кто-то есть, ребятки. Надеюсь, карась. Очень надеюсь. Ой. Давай, кто там? Есть. Он, ребята. Он. Хороший. Отличный, я бы сказал. Вот такой. Красавчик. Трудовой сегодня. Это... Оп. Кто-то есть. Бойкий шустрый, ребятки, кто-то есть. Активный очень. Клюет еле-еле, а сопротивляется во. Ой, какой красавый. Шикарный, ребятки. Офигительный карась. А? Он пришел. Холодно. Ранняя весна. И он пришел. Грунт рулит. Иди сюда. Есть. Есть, красавчик. Давай. Черный. Чернявый. Я так думаю, был бы мотыль чистый, хороший, качественный, было бы получше чуть-чуть. Они размороженные. И в прикормке он бы лежал, там шевелился. Лучше бы рыбу звал. Но тем не менее, с такой погодой, с холодом, я его все-таки позвал. Он пришел. И подобрал к нему ключик. Короткий поводок. Умеренно короткий. И хороший, тонкий, большой крючок с хорошим зацепом. Оп, есть, ребятки. Тан-тан-тан. Кто-то есть, кто-то сильно брыкается так. Просто брыкованный. Брык-брык. Ай, красавец. Ой, шикарный карасевич. Класс. Вау! Икряной! Ну что, друзья, улов невеликий, но он есть. Штук 6-7 карасиков, 2 подлещика. Классно! Рыбка клюет, но нужны условия. Нужен обязательно грунт, обязательно мотыль, обязательно чувствительная тонкая снасть, чтобы видеть эти вот нежные шевеления кивертипа. Долго мучился, подбирал, как его уговорить. То есть рыба зашла на точку, не берет, видно, кушает с кормушки, шевелит, а вот уговаривает на поклевку. Но тем не менее подобрал длину поводка, размер крючка, и все стало нормально, и чуть-чуть поймал. Сам факт, грунт сработал, карась подошел. Все было классно, рыбалка трудовая, классная. До новых встреч, друзья!